Вот, только что снимал абрикос цунами, 15 июня 2017 год. Сейчас вот снимаю абрикос светлоградский, тоже ранний абрикос. Вот, плоды не очень крупные, где-то в районе 40-50 грамм. Вот, дерево 4-й год. Здесь завязалось, конечно, намного больше, так как древесина уже здесь тоже многолетняя получается. То есть морозостойкость все повышается, питательные вещества для дерева. Вот абрикос еще пока не пробовал, но вот трогаю, он, конечно, не такой транспортабельный, как цунами, если сравнивать, мягенький. Сейчас, конечно, попробуем его на вкус еще, на вес. Абрикос чистенький, в этом году хороший. Еще не весь окрасился, тот, что на солнышке, то хорошо, конечно, окрасился. Вот тот, что тенечки, еще бледненький, легко держится. Даже если переспевать, мне кажется, может осыпаться. Если цунами абрикос навряд ли будет осыпаться так сразу, то светлоградский долго ждать не будет. Внешний вид тоже красивый, спору нет. Сейчас посмотрим. Вот светлоградский. Почти 50 грамм. Это один таких самых крупных. Вот абрикос цунами. 50 грамм. Но вес у них одинаковый получается. Вот внешний вид. Цунами и светлоградский. Ну, цунами, абрикос этот и этот красивый, но цунами вроде как побогаче смотрится. Попривлекательный. И транспортабельность у цунами видно, что вот выше, потому что он плотненький абрикос. Мягкий и плотный, он не будет течь. Сейчас посмотрим в разрезе светлоградский. Мякоть не такая оранжевая, как у цунами. Вот цунами. Попробуем на вкус. Вкус тоже хороший. Отличается от цунами. Сладенький, но более водянистый. Он тоже вкусный, как для раннего абрикоса хороший. Но цунами, если брать цунами, то, конечно, он вкуснее. Но если для себя, конечно, те сорта, которые дают урожай, то они все хорошие. Конечно, те, которые слабо морозоустойчивые или проблемные в опылении или еще в чем-то, да, смысл их вообще держать. Вот так абрикосы хорошие, тот и тот. Для себя отличные.